Я видела, но я не знаю, с кем никогда не общалась. Следующий дуб по 200 будет. Там еще владыка ужаса поймал. Посмотри. Сейчас я посмотрю, я чуть не видел. Там, скорее всего, даже ни один, ни одного, двух, потому что 498. Ну да. 498 это, блядь, либо 3 крита критовых удара духа, либо 4 духа, блядь. Вайп сказали, одного поймал, умер, и все. Хорошо, напоминаю, хуй с ними, я тебя не сниму. После вайпа, если вы ловите духа, вы тоже лутаете КП. Я не буду разбираться, после вы там ловили и так далее. Просто, блядь, обозначаю. Даже если мы вайпаемся, вы ловите духа, вы получаете ГП, если вы установили дух. Спасибо за понимание. Вообще на полман. Чё, профессор, тебя на полома? Ну, давай ещё дадим. Раздали контроль быстрее. Просто точно заметь не меньше, чем было. Сейчас не пробует. Служишь. Продали контроль быстрее. Молодцы, умнички, нахуй. Еще, блять, я вот по КД ловлю этот ебаный каст, потому что вы не убиваете этого ебаного приверженца, нахуй. И он, сука, стоит, блять, вешает эту хуйню свою ебаную, блять. Уже 3 раза за этот пул, нахуй. Я стою ФК просто, блять. Контрольс. О, собейте, сейчас фаза будет. Слушай. Мы не успеваем, сейчас снова трэш выйдет.
Может, стопнем? Нет. Не успели, значит, вайп. Повезло. Мася БР по бебе. Пул на пол по дермичу. Дермич, ты можешь там нажать руник, блядь, все 4 ЛПшки, я не знаю. Подряд. Раздали контролы. Ребафните рогу. Духи пошли, аккуратно отходим. Фонарь дай сокру. Фонарь сейчас духа на тебе. Я видел. Не взорвался. На фонаря напуливайте следующую на пол. Духи новые, аккуратно. Дерьми сейчас баунт. Сейчас МК будет. Духи аккуратно. Раздали контролы быстрее. За контроль людей. И по трэшу активнее там. Продлите контролы. Арислин, дай сокру. Аккуратно, духи новые. Так, духи новые. Асу сбрось. Сальву дай. Духи новые, аккуратно. Или на лестницу бежит. На пол дермича уже. Раздали контролы. За контроль быстрее. Мулу прохи. Ну, блядь, ну контрольте, ребят. Ну, ёб твою мать. Нажмите кнопки, блядь. Сука, кнопку нажмите, контрола, блядь. Тердиспел, блядь. Сука, нахуй. Почему вы не нажимаете кнопку ебаную, блядь? Вы заебали стоять АФК, нахуй. Я стою 10 секунд, бью, блядь. Серва, дай БР по... Чуваве. Чувава дашь по муле. 45 секунд. А, все, не надо. Забейте, нахуй, падайте. Просто в пизду. Блять, мне нету желания даже сидеть тратить эту хуйню. Господи, ебаные вы петухи, блять. Кто это, блять, въебал сейчас нахуй? Сейчас вычислим, блять. Так мы не от духа сдохли. А, ну я вижу, да, никто не взорвал, блядь. Просто он залп и приверженность. Стрела и уже. Стереслен, что с тобой такое? Чё так прибивают? Ладно, возвращаемся, блядь, к теме другой. Почему я стою под боссом, блядь, вы не можете ни одного контрола кинуть? Под самый конец контрола мне какой-то маг дал шип. Либо Asus, либо Black. Это я дал тебе шип. Глаз. Там не глаз был, там шип был. Не знаю, я лично по бестмон кидал. Буду ближайшего контроля будет за лука. Я не буду бегать нахуй через всю комнату, трусы искать там, блядь. Так, а понимаешь, оно то же самое для меня. Если окажется, ну, на той стороне комнаты, мне же тоже бежать надо. На второй фазе, блядь, должны помогать контролить люди, блядь, а не только вы, друиды. Так, а вы там... никогда не сможете контролить сами, потому что, блядь, это хуйня. И возле лестницы, блядь, амилики... Что хилу, что хилу не очень? Здесь нехуй хилить, если вы не ловите духа, блядь, и, не взрыва... и приверженность умирает. Тут нехуй хилить, вот реально. Не рассказывайтесь, мастер, вам сложно. Мола. Чё, можешь бунт? Рыбу боишь? Ну, сейчас, блядь, подождём пока.
Люди отойдут от вайпа. Примут готовность, тогда пойдем. А чего люди сдохли, если духов не было? Не контролируй нахуй, потому что. Давай, черт. Привет, не слева сало там дайте ему. МК, одна секунда. МК, раздали контроль быстрее. Леваш, поймак. Конечно, лучше. Приверженцы слева. Вы уже вышли. МК сейчас будет. Таз бить мобу, вырывается. Раздали контрол. Фелиция, Адель, Мася быстрее. Фелицию циклон. Сильнее приверженцы быстрее убегут. МК сейчас будет. Раздали контроль быстрее. Раздали контроль. Мулу, блять, проконтрольте, не бейте. Фонария прошли. Ну, блядь, серый БР, диспел и переводите босса. Диспел, сука. На дремеча был на пуле. Мэри, секру, дай. Духи появились аккуратно. На пул фонаря. Сдали контрол, а только лют Фелиция быстрее. Стерва уже чего-то сдох. Будьте аккуратны под боссом. Мася... Вой, дай БР по стерве. Дермич есть баунд. Бахните друиды. Будьте аккуратны. Новое. Духи новые. Арестин сокру. Духи новые, аккуратно. Раздали контрол быстрее, контрольте людей. Духи новые, под боссом, смотрите аккуратно. Духи новые, аккуратно. Виктор, дай секро. Асу сбрось. Spirits. На пул дермича. Духи новые. Нормально. Духи новые, аккуратно, один на лестнице. Раздали контролы быстрее. За контроль людей. Духи новые. Spirits. Стерва, дай БР по щуке. Духи аккуратно. На пол фонаря. Фонарь, дай сокро. Ребахните контакт. Кирилл раскол.
Духи аккуратно новые под боссом, смотрите. Просил. Фонарь, сокру, блять. Я давал уже сокру по команде. Не показал мне, блять, что у тебя в КД ушло. Ладно. Дармич из малды. Заебись, нахуй. Красавчики. Лучшие, умнички, нахуй. Духи новые. Ребахните шамана. А, Мася БР, не Фелицию. Духи новые, аккуратно. Под боссом смотрите. Арислин, дай сокру. Ну, блять, ну что за хуйня? Ну, ёбаный ты в рот, нахуй. Да не, это просто забейте, нахуй. Пизду. Падаем? Или же... Да, падаем, конечно. У нас некому трэш уже бить. Вообще некому. И там попереразделать, блядь, два приверженца. Сейчас захуярят просто, блядь. Пиздец. Беба и Бойки, чё бы меня убили? Ну вы говнюки два. Я вас не люблю. Двух взорвали, нас пошотали. Беба, причем два, наверное, даже взорвало, не один. У меня пока с Беба вообще никого не взорвало. Не, Беба взорвал, но это так, мстители. Ну, он через босса шел, может, он не видел его. Да, да. Так и стоял дальше, пока он к тебе шел через всю комнату, кстати, Бакич. Привет! Блять, у меня все фиры в саппорт уходят. Просто, блять, не контролится никак. Найди, хорошо. Дайте респонд. У босса, блядь, должны приходить и пивать с первого пула. Без всяких проблем, блядь. Есть курить. Там попросили спасти. Рекур?
Кстати, сейчас попробую еще один вариант, как сделать FPS повыше. Приоритет процессов поменять. Проц поменять? Нет, приоритет поставить игры на максимальное энергопотребление, а не производительное. Ну, типа, не баланс, а энергопотребление максимально выставить на нем. Войт, хочешь гайд, как сделать FPS нормальный в бою? Давай. Иди на лофу. Неплохой гайд. Нажимаешь Alt+F4 нахуй и ебашишь по системнику нахуй с ноги. Тут Alt+F4 лишнее, мне кажется. Проверил. Или сразу. Где этот приоритет? У меня все нормально с FPS. Я вот утром проверял, мне было 180 FPS. Они добавили ебаную коллекцию, 40 FPS стало. Ну, смешно, блядь. А кто говорил, что у него нормально с FPS? Я. Ты откуда? Казахстан. Откуда? Казахстан. Все, давайте заходим. Я не буду заканчивать. Пэрэйс откуда? Ну, блядь, у меня вот теория, что... У него просто... У него конусное охлаждение стоит, блядь, у него там все заебись. Да? Ну, у меня нихуя не стоит, у меня тоже сильно не лагает. Это да. Заходите, блядь, горит. Ну да. Бентли Ризик. Да, собственно, захожу уже. Может, ты какой-то аддон во время боя запускается и хуету делает? Нахуй вам лишний аддон. Ну, брат, на рингтоне бегал, 100 FPS было, ну, камон. Сейчас попробую ДВМ вырубить. То есть на норике 100 FPS, а в ЦЛК с ними меньше. Иди пока на замену. Конкретно на леди или на всех боссах? Сейчас посмотрю, как без ДБМа будет. Просто перемажьте. Details надо выключить. Прям очень много живет. Ну, ребят, блядь, ну, мы либо сейчас пуляем, либо мы расходимся, нахуй. Ну, типа... Что случилось? Рыба вам или что, я не могу понять. Да заебало просто уже, нахуй. Я ж претензию не понял. Претензия в том заключается, в том, что мы сейчас стоим АФК, блядь, и нихуя не делаем. Ну, вырежем. Команда, ты же... И так далее, да. Когда это можно было сделать, когда я сделал, дал перерыв. Ну все, перерыв окончен. Он намекает на то, что Войт АФК. Он просто вышел из игры. Релогал сейчас. Шкаф поставьте. То бы никто не нажал бы. И на соло помогаешь по приверженцам играть. На второй фазе. Только приверженцы. Маску там возьми сам, ГБ. Еще раз расширяю помню. МТ дермично. И фонарь на второй фазе. Финарион и дермично. Давай, чё, поехали. Сбил.
Одна секунду. Раздали контроль. Мэтли, Фелицию, Ликшору. Массакру сдал на всякий. Лужа вышла. Угу. Чё, блядь, прикол какой-то или что? Шот? Падать. Не, не шот, не шот. А в лужах умерли? А фака нахуй. Падаем? Да. Короче, как было 7 FPS, так и осталось. У меня, кстати, поднялся. Я зашел, как этот, как Ридига сказал. Ну, Мумула убил этот Фелиса, а этот, как его, Намася в луже сдох. Сука, не убил Бебу, блин. Попробуйте на производительность поставьте, у меня сейчас FPS. Да уже стоит там... все, сука. Наверное, там очень игра с этим некоторым людям. Там... Вот, и на поха все это сказывается. А, да, блять, Маси тоже будет зашло, кстати. Плюс не видно было сразу разведки. Вот, попробуй сюда. Давайте-ка лужи будем. Рыба стоит, ешься. Давайте быстрее бафимся. Просто. Она не ест. Они ест. Нет, программа не забирает приоритет. Сама. Я вот не понимаю, вот вы, вот, типа, если вы не можете играть со своими лагами, вот вы, блядь, у вас есть время не на РТ. Разберитесь, посмотрите, пофиксите, посмотрите какие-нибудь аддоны, там, патчи, там, и так далее. Чтоб вас стало больше FPS. Почему? Чё фиксить? Ну... Почему у вас всё начинается во время пула? Сука, я играю сам, блядь, 5 FPS на этой ебаной леди, блядь. Ну типа кто ожидал? С утра был FPS 100 плюс, нахуй, сейчас приходишь, у тебя 12 FPS. Ну и что? Ну, у меня тоже жопа с этого горит. И что сделать? Так я не говорю, я говорю, что ну, мы... А чё, нет, просто зависит? Вы... Они долбоебы, просто... там творят палки колеса постоянно такие. Давай, а чё ты поехали? Блять, уже приверженец переродился с левой стороны. Физуай, фанты, помогите. Массакру сдал. Раздали контрол быстрее. Убейте, блять, звездочку вот эту ебаную. Физуроном, блять. Угу. Приверженец слева сало дайте им. Угу. МК сейчас будет. Служи вышли. МК раздали контрол. А сколько себя брали? Быстрее. Прохил на реслину. Угу. Дальше босс нужно. Значит, как плохо идем, прям очень плохо идет. Ладно. Больше того снимать. И трэш надо забить. Главное приверженцы. Фанатика заберите, с пристанища убьет. МК сейчас будет. МК раздали контроль быстрее. Вот, все больше ДПС перевозим. Еще больше добавили ДПС. Сейчас трэш, блять, выйдет. Дармича полный пуза. Пол.
дали. Дармичи с балом. Духи пошли. Массакру ждал. Я же сказал, дармичи с балом, нахуй мне твоя массакра. Я обычно давал массакру всегда. Первый. Ой, блядь. Сдали контроль. Духи. Духи новые аккуратно отошли. Арислин, дай сетру. Духи новые аккуратно. Мили идет. Бах. Маси, дай БР. Духи новые аккуратно. На лестнице два штуки. Духи новые. Раздали контролы. Иннер, дай Войд по Лексору. Ой, дай бар по протоповеру. Духи аккуратно. На пул дермича. Лексор, дай сетру. Духи новые, аккуратно, иди на лестницу. Асу сбрось. Ребаф на лепресте. Мадди сбросьте. На пул дермича. Духи новые, аккуратно. Раздали контроля, быстрее законтролили двух локов. И Пауло не... Ну вы заебали взрывать, нахуй. Ну вы что, черти совсем, что ли, нахуй? Нахуй вы живете, блядь? Нахуя вы ему этот патч, объясните? Блядь, сейчас, походу, он ударился в законтроленного. Нет, такого не бывает. Не может быть такого. Ну вот, походу, случилось. Ладно, все, пизду, не походу, нахуй, ничего, блядь. Ударилась, нахуй, в долбоеба, я сейчас посмотрю, в какого, нахуй. Ну вот если в Блэкича, то он законтролен был. Живем или падаем? Блэкич не был сейчас в контроле. Сейчас был бы я, Квакозябр и Люксор. Мы живем? Падаем. А, ну может в тебя ударился. Потому что я видел, он за контролем ушел. Меня ничего не ударилось. По мне нету урона. Урон по дермичу есть. И по мне еще. Луксор. Да, бочиш и дермич. Первый это бочиш взрыв был, а второй это дермич там сделал в миризоне. Не-не-не-не-не. Первый я умер. Я первый взорвал. Но я один сдох. Не смотрите дермичу смерть. Я сейчас там все равно все пересмотрю, можете линковать. Чего на Блэкича пиздить? У него нет взрыва. Люксор и Дермич. У меня есть. Люксор и Дермич. У меня есть. У меня у Блэкича есть 253, могу сейчас помочь. Ну, я же говорю, как он, я же видел, как я взорвал. Ну, на что-то у нескольких это было. Потому что там... Там у меня, блядь, на записи есть, он за меня стоит. Если в абсорб уходит автоатака, она не будет показана в полученном уроне. Димиш, Феникс же говорил, похуй после, да, ну, все улетают. Повторю еще раз, блядь, не знаю, уже в 10-й раз точно это повторяю, на всех РТ. Мне похуй, когда вы духов словили. После того, как я сказал, что падаем, или перед. Я потом не буду разбираться, смотреть, кто после взорвал. Минусую просто всем, кого вижу, блядь, взрыв. Небо, что там у тебя? Все, я вижу, зашел. Рыбу хамим, фулбах парин.
Так, а что, Блэки что, не будут минусовать? Так, у него уже нет атаки. Ну как нету? Есть у него так. Я смотрю, лично сейчас вот есть. Даже не одна, а две, 260. Ну, либо крит, либо две. Ну, там на некоторых 139, допустим, одна атака. Я поэтому ориентируюсь. Нет, там просто абсорбит иногда по урону. А, блять, это я тупой. Это я был за контроль, поэтому для меня как вражеский казался. Все, это я тупой. Я был уверен, что он... Посмотрю, что вражеский. Забейте. Нермич. Давай, чё-то поехали. 3, 2, 1. Барбарос тем, что лутанул КП, блять, и потом без шмота сидишь. Да, приор быстро теряется. Прям пиздец, как быстро. Могущественные сзади. МК, одна секунда. Раздали контроль. Блэки сейчас усадили быстрее. Служивочка. Здравствуйте. Сдали контроля быстрее. Не убейте только. Служи вышли. Урона сейчас хорошо идем, на удивление. Угу. МК сейчас будет. Раздали контролы. Asus, Bentley, Basmon быстрее. По трэшу активнее сыграть. По трэшу активнее. Кас, бейте мобу, сейчас взорвется. Все, переводим. На дермича полно. Гордач. Духи пошли аккуратно. Фонарь сокручивается МКМ. Да, раздали контроль быстрее. Чувава, протопауэр, Мася. Духи аккуратно. А вы Герда так не дали, что ли? Нет, почему-то, когда я сказал давайте. На пол фонаря. Геру дайте, блядь, духи аккуратно. Еще раз дайте Геру, что я без Геры, я в контроле буду. Дермич из маунт, духи аккуратно. Серый, дай бэр массу, как сможешь. Духи аккуратно давай, ребафните мага. Раздали контроль быстрее. Люксор, дай сокру. Стерва, дай бэр по Лебеваде. Блэчи сбрось. Духи аккуратно новые. Духи новые, аккуратно под боссом смотрите. Имели зону, побежали под трэш. Рибахнули где-то. Арислин, дай сокро. Духи аккуратно, на лестнице два штуки. Раздали контроль, сейчас будет МК. Духи аккуратно.
Законтролили быстрее, бейс мун, чувак, вас асус. Быстро. Прохил. Блять, забагалось. Прохил. Будьте аккуратны, новый. На пул фонаря. Духи новые. Под боссом смотрите. Круг. Прохил. Салют поблыть. Духи аккуратно новые. Прохил. 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 Фонарь сокру. Раздали я контроль быстрее. Ой, блять. Контроль дайте. Барбароса поднимите. Ну блять, ну. Вы заебали нахуй. Ну, Холич, блядь, ты еще фирвард, нахуй, пожалуйста, блядь, сливай, нахуй, чтоб ты не бафал его на себя. На, откадышился. В мили идет. Ой, блядь, Мася, дай БР по Владыке Ужаса, Войд по Барбаросу. Духи аккуратно. Новые сейчас пошли. Духи новые. Раздали контролы быстрее. Зеленка 3 секунды, когда. 2 секунды, когда зеленка. Все. Блять, блэки, чумер, блять. Духи аккуратно. Блять, это. Не, это ебаный цирк уродов, нахуй. Я больше ничего не хочу. Не могу сказать, но. У меня ни желания вообще, ни хотения, не хочу ничего с вами вообще просто идти на. Мили идет. Да никуда нахуй не идет, падайте, блядь. Да еще 4 минуты, можно побили бы. Угу. Ну, в минус 7 нахуй. Знаешь, потом тоже убьешь? Ну нет, давайте падаем. Я вот не помню, как на X2 было, но, по-моему, даже там не было такого урона в 30-ку от духа одного, блядь. Может, там 20 было, блядь, ну, от 15. Можно не взрывать, нахуй. Мне там сними. С этим патчем очень легко это делается. Да ну, это пар, понятно. И никаких проблем. Я к тому, что хоть одного взрывали, типа, не было сразу вайпа. А тут один взрывается, все, сразу минус 5. Ну да, там где есть копление людей. РНЖа, сколько там? Около 20 метров. Блэкич и... Мула, Ридиган и Блэкич. Я взорвал. Ну, хоть повезло, никто не сдох. Слава богу. Ну, пиздец, ну, фрейм, вот он, чтоб хилить, и все. Приебал, прям под носом появился, я стоял. Патчи надо было устанавливать до FN, а не во время. Или там, блядь, в свободный день. Нет времени сидеть и ждать, нахуй. И так, блядь, дохуя, все хуёво. Люксор. Да, у меня клиент залагал. Сейчас перезашел. Блять, полюшит это вообще пиздец, уникальный случай. Даю фир нахуй, сопротивление, блять. Даю второй фир нахуй, невосприимчиво, сервард себе бафает. Тупо, блять, на скиллухе нахуй, пацан, блять.
Да не, ну, хуй бывает. Знает, но у меня, может ты во время каста моего как раз дал, и тебе невосприимчивость ебало, и мне, не знаю, ну, типа, первый каст сопрот был, второй невосприимчивость. Кирилл, я случайно по тебе перевел, нахуй, сними, пожалуйста. Давай, отчет, поехали. Верни слева там, дайте сало ему. Он там бежал. Лужи ушли. МК, одна секунда. Раздали контрола. Блэкич, Бентли, мать. Лужа под боссом. Конечно, лучше. Приверженец слева стало ебанить, пока щит не повесил. МК сейчас будет. Каз бить ему был взрыв. Чувава дольстерва быстрее. Продлите секунду, почему. Уже вышли. Страшно вышли. Активнее конты, помогите приверженцам. Босса не надо бить, просто приверженцам помогите конты. Раздали контрол быстрее, Лексор, Стерва, Адель. Так, по боссу стопните, сыграйте по трэшу максимально. Все в трэш свищните, все бейте. Бил. Все, переводим босс. Нормально, дремище делай. Ну, дремище на кулы. Веру ляпайте. Так, духи пошли, фонарь сокру. Да, сокру. В миле бежит. От босса, да. Раздали контроль, отдали беба мегащука быстрее. На пул фонаря. Духи новые, аккуратно. Два около лестницы. Один к боссу побежал. Дармич из баунд. Духи новые. 15 секунд в овце стою, понял, спасибо. Аккуратно трэш заберите, приверженец там пуляет. Духи новые, один на лестнице. За мной бежит. Лексор сокру. Блять, поздно. Раздали контрол, асвич, лексор и басмун быстрее. Прохил. Реслин, дай сокру. Духи аккуратно новые. На пул дермича. В миле бежит. А, нет, мимо. Лекфор, дай сокру. В миле. Служи вышли. Идущий новый аккуратно. Идущий новый аккуратно. Раздали контроль. Владыка, Асус, стерва. Блять, еще один фервард бафает, заебали вы нахуй. Spirits. Я его скинул перед боем, но уже прошло время. Заебись. Серый БР по Люксору. На пол фонаря, блэчич сбросил. Войд БР по хулишиту. Или? Духи аккуратно. Фонарь, дай сокру.
Да, Сокол. Духи аккуратно. Репафните приста и пала. Палу Инер дай Войд, который люксор. Духи аккуратно новые. Прохил. Раздали контрол. Войд восьмун хулишит быстрее. Хулишит, войда. Он сейчас сфера выйдет. Прерывай кастом, после фера можно. Диспел. Диспел. Сука, диспел. Дал. Духи новые, аккуратно. Дермич, дай сбаунд. На путь дермича. По облычу саль устроченный. Духи начали. Новые, аккуратно. Люксор, дай саль. Ладно, похуй на него. Прохиливайте. Духи новые, аккуратно. Раздали контрол, как Козябр хулишит, Войд. Сапрот у меня. Мася, дай БР по Чуяви. Рислин, дай Сокру. Прохил. Друиды ребахните. Духи аккуратно новые, под боссом один. Каст. На пул фонарь с этого момента. Прохил, поднимите по хп. Раздали контролы быстрее, отдали Асус Басмун. Быстрее раздали контролы. Блять. Продлить эфир. Стерва, БР по войду. Войд максимальный контроль людей. Рид, ставь тотем. Духи аккуратно. Духи новые, аккуратно. Прохил. Массакру сдам. Ага. Законтролили Фелицию, не убейте. Духи аккуратно. Новые. Под боком два штуки. На лестницу бегут. На пул дермича срочно. Духи новые, аккуратно. Читаните на ману, пожалуйста, гейм. Маунт. Духи новые, аккуратно. Лужи. Духи новые, аккуратно. Отошли. Труса ходим. Раздали контрол. Протопауэр, блокичек и Козябр. Далеко они там все. Блокичек койл пока дал. Духи новые, аккуратно. Люксор, дай этот. Фу ты, блядь. Да, Люксор, дай. И сдох, блядь, ладно. Держите танки. Духи аккуратно. Под боссом, под боссом, под боссом. Все, забили болт на трэш. Играйте по боссу. Духи аккуратно. Милейте. Духи. Под боссу бегут аккуратно. Рислин, дай сикру. Ты там должен отойти. За контролем бегащука, Бентли Блэкич быстрее. Вовремя я задал. Сложно вилки, блядь. Ничего не сделать. Нормально. Духи аккуратно. Духи под боссом, смотрите. Один на лестнице. Да заебал, за мной бежишь, сука. Духи аккуратно. Чё, КЦ? Победа. Блять, легчайший. Какой легчайший? Вот отказываешь? Ты забираешь? Я лутера поставил, я сейчас подумаю просто. Кому ещё попал? Может, вообще требует. Ой, я хочу посох. Приму посох в подарок. Мета на паладина, бис. Только если ввести в тебя. Чай, наверное, пароль. Бля, слышишь, Кирилл, а вот эти плещи, типа, только за КП, да? Типа, просто на транс, чтобы были. Ну, не на КП, только если можно. Ну, типа, вот такие... Адель, я тебе дал вытер. Забери сколько.
Ну, типа, такие шмотки юзлесные, они за КП уходят, или можно не дать их? Не, можно отдавать. Ну, могу отдавать, которые я считаю юзлес. Окей. Кирилл, такой вопрос. На победном пуле КП не считаются, да? Ну, это, блядь, не мешало бы он для профилактики. Там кто-то ёбнул, блядь, у меня осталось. Там передо мной, блядь, стоит на месте тупо, блядь. А почему не считается? Я один раз тебя взорвал. Типа, вы с ним убили, ладно. Типа, похуй. Ну, я только один раз взорвал, а не два раза. Второй раз кто-то сам взорвал, я умер. Блядь. Кого-то. Асус. Давайте нас еще после, наверное, так сделаем. Асус, Блэкич. И я поравнен. Успеете вы еще полотай? Не переживайте. Ладно, вас отошло потом, наверное, чуть позже. А что за посох, что он дает итоге? Это с Джайной потом квест? Да. Это Джайна секс. Владыка, воденешься получше. А декурс будет по рейду? Тогда и это. Будешь перелететь не все. Не спешите вот там 25 саранита нужно, чтобы его активировать. Предлагаю. Дело не в этом, просто. Ну, я не знаю, владыка как ноль шматок. Падало тебе там, не падало. По крайней мере, активность у тебя хорошая, но по шмоту ты пока слабый. Блэкич пришел.